волшебной силой телевидения я переоблачился из мальчика-звезды в человека, приобщенного к славянской культуре. Вот я вот в такой косоворотке, в специальном гончарном фартуке. И напомню, что мы сегодня утро встречаем в селе Замятино. Посмотрите, у нас дымится самоварчик. А вы там в душной студии с кондиционерами. А в гости нас пригласил с утра пораньше многодетный отец. Гончар, человек, который ромашки, поля ромашек стелит к ногам любимой, Юрий Белетей. И он сегодня даст нам небольшой мастер-класс по гончарному ремеслу и расскажет о прелестях жизни за городом. Юрий, сейчас мы находимся за гончарным столом, и мне ваша супруга сказала, он маг и кудесник, и может, вот вы сейчас можете прямо на лету сотворить что-то, и из этого что-то сотворить что-то другое. Можете показать нашим зрителям? Это просто глина, это чудо. Это какая-то наша красноярская глина, да? Это наша красноярская глина, и я считаю, что глина, она живая. Сейчас вы это увидите. Так, это мы сейчас что делаем? Ну, это есть такой прием. Это ее надо разбудить. А-а-а. А технологически отцентровать. Смысл такой. Это токарный станок, mm-hmm. это деталь, а это резец. Mm-hmm. И мы сейчас будем вырезать. Окей. Но мы успеем за 3 минуты, потому что у нас эфирное время? А, успеем. Да? Какой подготовительный период у глины? То есть это надо, чтобы она напиталась кислородом, в воде пробыла перед тем, как из нее ваять? Да, ее надо разбудить, вымочить ее. Вот. Потом процедить, освободить от примесей камешков, листиков, корешков, чтобы она была чистая, как после бани. Чистая. И потом с ней можно работать, делать что угодно. Но это просто чудо. И у нас выходит, это будет какой-то кувшинчик. Ну, можно, например, миску, можно крынку. Все круглое. На гончарном круге все круглое. Как земля. Как земля, да. Но вы как творец, вот для вас часы, когда вдохновение, вот это вот все, вечер, утро, выбираете? Ну, конечно, день, когда просыпается все. И я просыпаюсь, и глина просыпается. Вот, например, можно вот такую вот под вареники миску, вот такую вот миску можно. Вот смотрите, на глазах родилась миска у нас. Да. И вот мы придали форму, и сейчас вы ее сужаете? Нет, я хочу еще показать, например, горшок под мед. Окей, сейчас будет горшок под мед. Снижаем скорость. Из миски, внимание, получается горшок.